Дело 2 мая до сих пор не расследовано. В той части, что касается пожара в Доме профсоюзов, нет ни задержанных, ни даже подозреваемых. Об этом в Одессе говорили сегодня нардепы от оппозиционного блока. Юрий Бойко возложил цветы к месту трагедии в память о жертвах пожара. Напомню, тогда погибли 42 человека. По словам народного депутата, вот уже практически 3 года следствие топчется на месте. Юристы оппозиционного блока помогли родственникам погибших подготовить иски в Европейский суд по правам человека, и недавно суд принял эти документы к рассмотрению. Только там, считают оппозиционеры, можно рассчитывать на объективное разбирательство по делу о майской трагедии. Сегодняшняя власть не делает ничего для того, чтобы наказать виновных в этой страшной трагедии. И мы считаем, что Европейский суд по правам человека – это тот орган, который заставит правоохранительные органы нашей страны арестовать тех, кто натворил это страшное злодеяние. Поскольку мы понимаем все, что подобные злодеяния срока давности не имеют. И та трагедия, которая произошла здесь, когда на этом месте погибли почти 50 человек, и никто за это не понес ответственность, мы дальше будем контролировать прохождение этого суда и будем поддерживать родственников тех людей, которые здесь погибли. В нормальном европейском государстве главная ценность – это человеческая жизнь. И, соответственно, если погибли люди, то это нужно расследовать, и эта трагедия находится в одном ряду с трагедией жертв на Майдане, и это одно из самых таких страшных страниц в истории Одессы.